В июле молодая спортсменка Московского училища Олимпийского резерва номер один Надежда Шалимова завоевала две золотые медали на первенстве России по стрельбе из лука. Теперь уже в начале августа ей предстоит дебютировать на первенстве мира в Польше. У нее большие перспективы, уверен тренер Шалимовой Илья Сосоев. Да, Надежда – мой комп земной. А удача – награда за смелость. Такие слова из этой песни пришли ко мне вместе с ней, когда она пришла к нам в секцию. Ой, не соврать бы, наверное, в 2016 году, около 5 лет стреляет Надюша, она пришла, ну, 12-летней, даже 11-летней девочкой. Это основное количество детей, которые приходят, они приходят просто почувствовать себя Робин Гудом, подергать за веревочку. Надежда среди того набора детей выделялась в лучшую сторону с точки зрения дисциплины. И, наверное, той внимательности, которую она уделяла тренировкам, было видно, что с самого начала, несмотря на то, что она была маленькая девочка, которая хотела тусоваться и общаться со сверстниками, которых на тренировке было очень много, тем не менее она пыталась исполнять упражнение «Прицельный выстрел» максимально качественно, чтобы это понравилось тренеру. И это было видно сразу. И весь тренерский состав на момент того, когда пришла Надя, выделил ее из этого набора, и спустя полтора года приблизительно занятий нашим видом спорта и всего лишь одну Надю взяли, ну и не прогадали. Но это будут первые соревнования в ее карьере международного уровня. Ну и в связи с этим сложно говорить о том, как на нее повлияет первый мир. Выезд международный и сразу самый крупный, который только существует в карьере юноши или девушки по молодежным показателям первенства мира, естественно, самые большие соревнования. Волнуется уже сильно, даже сейчас вот мы приехали с Орла, видно, что она волнуется и на завтраке, и на обеде, и на ужине, так скажем. Но это все, я думаю, победим. И я уверен, что будет достойное выступление спортсменки училища на первенстве мира в Польше.